Всем привет, мальчишки, девчонки. Да, девчонки тоже. Потому что я очень на это надеюсь, что данный ролик будет интересен не только нам, пацанам, но и прекрасной половине нашего населения. Данное видео имеет очень такое посредственное отношение к основной тематике моего канала, то есть к паянию, к радиолюбительству. И относится оно в основном к тем видеороликам, присутствующим на моем канале, в которых речь идет о товарах, заказанных в Китае. Разумеется, я не первый решил сделать вот подобный видосик. На ютубе уже имеется, да, наверное, около десятка похожих видеороликов, но у нас же своя подача. У нас же не просто какой-то там один из тысяч каналов, у нас радиоблог фулл. И вот поэтому решил внести свои 5 копеек, 5 грамм канифоли в... Вопрос о том, как же можно заработать на своем канале, либо на своем кодом паблике ВКонтакте, группе ВКонтакте, если ваш канал и группа относятся, но имеет какое-то отношение к Китаю, к AliExpress, к покупкам на AliExpress. Но даже если у вас нет своего канала, нет своей группы, вот просмотрев по этот ролик, вы сможете сэкономить, наверное, от 2 до, ну, обещают нам 50%, конечно же, это так. Лапша на уши. Реально процентов до 10 можно сэкономить на покупках в Китае. Итак, поехали. Переходим к сути. Буквально пару недель назад один из моих подписчиков, за что ему огромное спасибо просто, написал мне в личку ВКонтакте и рассказал вот об этой штуковине. Рассказал и дал ссылку на видеоролик, в котором другой человек рассказывает и описывает, что же это такая за партнерская программа. Так вот... Возможно, с недавнего, возможно, уже с давнего времени появилась якобы официальная партнерская программа от AliExpress. Не могу сказать, официальная ли она в самом деле, или просто такой рекламный трюк. Но, в общем, набрав вот эту несложную ссылку в адресной строке epn.bz, мы попадаем вот на этот сайт e-commerce partners network. Так вот, что же это такое? Допустим, у вас есть раскрученный или не очень раскрученный канал, группа ВКонтакте или сайт, каким-то образом связанный с покупками в Китае, вот в данном случае именно с AliExpress. И, разумеется, как любому человеку, нам хочется на этом подзаработать лишнюю копеечку, лишние центики и даже лишний доллар. Так если хочется, почему бы не взять и не сделать это? Жмем кнопочку регистрации. Заполняем все необходимые данные, логин и пароль, подтверждение пароля, ну все, короче, все как обычно, ничего нового, ничего интересного. Не буду подробно останавливаться на том, как же сделать регистрацию, пройти регистрацию. Любой человек маломальски знакомый с интернетом это сделает без труда. И вот мы зарегистрировались и попадаем в личный кабинет. Сейчас я нажал на вкладку «Новости» для того, чтобы немножко так скрыть то, что я хочу вам показать немножко позже. Далее, что нужно делать для того, чтобы начать зарабатывать на этой партнерской программе? Здесь вот такая вот вкладочка «Мои площадки». Нажимаем на «Мои площадки» и здесь выводим адреса на веб-сайт, группу ВКонтакте, канал YouTube, с которых будет идти трафик. Вот этот самый партнерский трафик, который и будет нам приносить те самые центы и доллары. В своем случае я вот добавил ссылку на группу ВКонтакте и на канал Радио Блок Фу. Что дальше? Теперь переходим на AliExpress и, допустим, есть у нас видеоролик, да, про тот же усилитель на TDA-7294. Хотим, чтобы кто-то из просмотревших ролик купил данный усилитель. Открывается страница, где множество этих усилочков по разной цене, но нам нужен какой-то определенный. Ну, допустим, вот раз, два, такой же или не такой же? Вроде такой же. Три и четыре. Вот, нашли мы подобные усилители, которые у нас есть в обзоре. Теперь, что делаем дальше? Копируем эту ссылку, возвращаемся на сайт партнерской программы и переходим вот «Инструменты. Проверка ссылок». Открывается следующая страничка, в которой мы можем проверить, участвует ли данный товар в партнерской программе AliExpress и сколько мы получим от его стоимости, если кто-то захочет купить данный усилочек. Вот, видим, что вот этот товар участвует в партнерке, и если кто-то из подписчиков и зрителей купит вот именно данный товар по данной ссылке, мы получим
2,4% от его стоимости. Но нам этого мало. Смотрим следующий товар. Вбиваем новую ссылку. Жмем проверить. И видим, что здесь уже мы получим 4% от стоимости. А скажу, что очень сложно найти товар, за который платят больше 4%. Однажды всего удалось найти какое-то там, не помню что, на которое было выставлено 8% комиссия. В основном же от 2 до 4%. Ну давайте проверим для успокоения совести. Что по другим ссылкам? А видим, что это вообще не участвует в партнерской. Сразу отметаем ее и удаляем. И еще одна ссылочка на товар. Ставить, проверить. И тоже не участвует. То есть берем мы вот эту вторую нашу ссылку, у которой было 4%. Ну согласитесь, что 4% это лучше, чем 2%. Еще раз проверяем, чтобы не ошибиться. Та ли это ссылка? Да, 4%. И идем снова. Инструменты, мои креативы. Получить партнерскую ссылку. Сюда вбиваем ту самую ссылку с 4%. И здесь пишем, даем некоторое описание о том, что же это за товар. 72.94. Вот так мы создали креатив. И вот теперь начинается самое интересное, как же заработать и как сэкономить. Сперва расскажу о том, как сэкономить. Допустим, мы простой какой-то пользователь, бродивший по интернету и вдруг решивший купить некий товар на AliExpress. Проделываем все то же самое, что и проделывал я. Здесь в моих площадках можем даже поставить ссылку на свою страничку, наверное, в группе ВКонтакте, или создать какой-то сайт одностраничник и там уже его сюда вбить. Кстати, как я понял, каждая ссылка проходит модерацию ручную, то есть не роботом, а именно человеком, и требует одобрения. У меня это заняло что-то в районе суток. А вот время, пока мне не одобрили вот эти две ссылочки. Так что, возможно, ваш сайт одностраничник и не покатит. Ладненько, возвращаемся в наши креативы. Видим зеленую кнопочку. Получить партнерскую ссылку. Вот, напротив товара, который мы хотим купить. Сократить, для того, чтобы она была не такая вот длинная и размашистая, а вот сократили до коротенькой ссылочки. Далее переходим на тот самый наш сайт, либо группу ВКонтакте, либо канал на Ютубе, и размещаем вот данную ссылочку. Затем сами же переходим по этой ссылке, покупаем товар, оплачиваем товар, и на наш счет зачисляется 4% от стоимости данного усилителя. Если он стоит 2500, 10% это 240 рублей, да, 4%. Ну, чуть больше 100 рублей мы получим, как бы, скидку на этот усилитель. То есть, как бы мы применили какой-то купон, где-то найденный. И вот эти самые 100 с небольшим рублей поступают на наш такой предварительный счет в системе вот этой партнерской программы. Будут они висеть где-то в воздухе и потом уже превратятся в реальные деньги только после того, как мы, получив свой же заказ, нажали кнопочку «Подтвердите получение». И вот только после подтверждения деньги поступят на, ну как бы в очередь на вывод. Кстати, вывести можно минимальную сумму в $20. Это что касается того, как сэкономить на покупках. Теперь же поговорим, как заработать на покупках. Вообще, когда мне дали вот наводку на этот сайт, почитал это условие, посчитал проценты, 2%, 4%, подумал, что какая-то хрень, никак на этом вообще можно что-то заработать. Но как же я ошибался, вы не представляете, как же я ошибался. Итак, что делаем, если у нас есть свой каналчик? Вот все мои партнерские ссылки на все товары, которые есть у меня на канале. Вот такой их большущий список. Сейчас покажу свой каналчик. Допустим, вот ролик про картридж для принтера и бумагу термотрансферную, которую я недавно выложил на канале. Идем в описание и смотрим, что
На товар у меня ведет не просто ссылка, которая вот выглядит, где вот так выглядит, а идет именно партнерская короткая ссылка. Вот она, вот вторая. Таким образом, если человек, который посмотрит этот ролик, перейдет по данной ссылочке и купит данный товар, а потом его благополучно получит и оплатит, я получу несколько центов от его стоимости. Да, именно несколько центов. Если, ну вот, допустим, картридж. Сколько он стоит у нас? Картридж стоит 400 рублей. Возьмем все те же самые 4% от стоимости, хотя я уже не помню, сколько здесь комиссии за него. В общем, получим мы за него рублей 15. Каких-то жалких 15 рублей от 400 рублей, которые стоит данный картридж. Но тут и начинается самое интересное. Допустим, перешел я по ссылке по этой, но чем-то мне не понравился данный товар. И я захотел купить 3D принтер. Вот, 3D принтер за 20 тысяч. Теперь, если мы переведем 20 тысяч в 4%, то получим, что получу я с этой покупки, ну, что-то в районе 1000. Там чуть меньше, рублей, наверное, 900. То есть, рассчитывали мы на 15 рублей, а получили 900. Неплохо, да? Да, я тоже так думаю. Но, опять же, при условии, что данный товар участвует в партнерской программе. Если не участвует, вот что мы получим. Фигу. И вот сейчас покажу свою статистику, не скрывая ничего. Сколько же я получил, заработал за вот эти две недельки. Так, статистика по дням. Видим вот такой вот интересный график. Плавающий, прыгающий, какой угодно. Поближе наведу. Здесь вот дата и... Это что-то такое, не знаю, наверное, проценты какие-то. А вот доход в долларах. Также помимо графика есть вот такое все. Весь отчет в форме таблицы. И вот, что здесь у нас по доходам. 1,6, 1,3, 3,7, 5 долларов, 4, 0 долларов. То есть вот 21-го вообще нифига я не заработал. Но здесь также видим 9 долларов, 8, да, вернее, почти 10 долларов. Почти 9 долларов. И это очень даже неплохо. Особенно если учесть в то, что мы здесь вообще ничего не делаем. Но все это пока находится в графе доход в обработке. То есть товар оплачен, но еще не получен, не подтвержден. Но это не удивительно, потому что вот самый первый заказ был 14 апреля. Сегодня 27. 13 дней. Ну, в очень редких случаях товар из Китая до России доставляется в такой короткий срок. Когда же он будет оплачен и получен, вот эти значения перейдут в графу доход. И уже после того, как наберется 20 баксов, можно будет их вывести на WebMoney. И вот за 13 дней получается у меня уже сколько? Ровно 48 долларов. Причем с канал у меня не самый раскрученный, всего лишь 12 тысяч подписчиков. И далеко не на каждом ролике есть ссылки на AliExpress. Но тем не менее, почти 50 баксов за 13 дней. Если у вас там 100 тысяч подписчиков, вот посчитайте, сколько это примерно может быть. Также есть очень удобная статистика по продажам, кто что купил и что мы за это получили. Вот, например, перешел человек по ссылке газовый паяльник, но купил он, судя по всему, не газовый паяльник, а что-то другое. Как правило, покупают что-то другое. Нет, купил он все тот же газовый паяльник, но немножко другой, не такой, как у меня. Стоил он 332 рубля, и вот с этой сделки мы получили 15 центов. Стоимость паяльника 6,38, мы получаем 15 центов. Вот, LED-драйвер без корпуса. Посмотрим. Да, LED-драйвер без корпуса. То есть человек купил именно то, что я и предлагал купить. 47 рублей, получили мы за это 4 цента. И вот так понемножку все набегает. Так, а вот здесь, видимо, процент был очень большой. Вольт-амперметр, потому что стоил он 5 долларов, а получили мы аж доллар 17. Это, наверное, процентов 20, да, была ставка?
Да. Вот так бывает. И сейчас покажу то, о чем я говорил. Пришел человек за картриджем, купил 3D принтер. Так, какого это было числа? Вот, 25-го. Заходим 25-й и смотрим. Я у нас тут самый большой доход. Вот, аж $144. И по какой же ссылке заплатили $144? А вот, нейтральный флюс. Зашел человек на нейтральный флюс, который... Сколько стоит-то, я не знаю. Ну, долларов 5, наверное. Но решил он, что нейтральный флюс ему не нужен. А куплю я лучше себе оригинальный Apple iPhone 4G. За каких-то 7-9,5 тысяч. Вот так вот. В итоге с этой покупки, с нейтрального флюса, мы получаем $5.68. Такая вот интересная партнерская программа. К тому же здесь вот интересно даже пробежать по статистике, посмотреть, что люди покупают. И, возможно, даже приобрести себе данный товар. Или в личное пользование, или на обзор. Вот, еще кто-то паяльник купил. Да, вот, газопаяльник купил, газопаяльник. Где-то так через месяцок сделаю еще одно видео на эту тему. Если, конечно, доходы превратятся в реальные, когда товар придет своим покупателям. И посмотрим, как вот этот доход в обработке превращается в доход. Если, конечно, к тому времени эту лавочку не прикроют. Так что, друзья, не упустите момент. Вот на примере моего не самого раскрученного канала, не самого известного. Можете проделать то же самое со своим каналом, со своей группой. В описании к данному видеоролику я размещу свою реферальную ссылку. Где здесь? Вот мой профиль. И если вы в благодарность того, что я вам показал вот этот замечательный ролик, рассказал о том, как можно заработать лишнюю денежку, перейдете по этой реферальной ссылке, зарегистрируетесь, и у вас также будут идти продажи, я буду получать, по-моему, до 5% с ваших доходов. Конечно же, эти 5% будут забираться не у вас, а будет дополнительно их выплачивать не AliExpress, вот эта партнерка. Короче, регистрируйтесь по моей реферальной ссылке, отплатите добром человеку. Буду очень вам за это признателен. Желаю удачных покупок, желаю как можно больше сэкономить. Как обычно, всем удачи, всем пока!